Москве сегодня акция оппозиции. В эти минуты на проспекте Академика Сахарова идет митинг. Столичная ГУВД сообщает, что на своем пике мероприятия насчитывало 14 человек. Сейчас около 4000. Вы видите кадры прямой трансляции. Сами организаторы называют иные цифры. Лозунги разнообразные, как и состав участников. Все проходит спокойно, если не считать инцидента, когда демонстранты подрались друг с другом. На месте событий сейчас находится наш корреспондент Алексей Петров. Он выходит в прямой эфир. Алексей, расскажите, что у вас сейчас и что было? Добрый день. Меня зовут Михаил Сойфер, и я сейчас на Красной площади, где проходит протест против метеорита, который взорвался в небе над Москвой буквально 2 минуты назад. Добрый день! Добрый день! Скажите, пожалуйста, вы сюда пришли, чтобы критиковать правительственное управление взрыва метеорита? Не совсем. Я здесь, чтобы критиковать то, что правительство еще не запретило межпланетное усыновление российских сирот. А я категорически против. Разве вы верите, что существуют инопланетяне? Я видела. Я снимала автомобильной камерой. Вот, смотрите. Реальное видео, я этому не верю. Я 40 лет живу в России, а я больше не сомневаюсь в возможности невозможного. Ладно, мы теперь говорим с настоящей российской сиротой. Возьмите меня с собой! Возьмите меня с собой! Кому ты кричишь? Инопланетянам! Ты хочешь уехать из России с этими странными существами? Да, конечно. Даже туда, где не говорят по-русски? Да, конечно. Даже туда, где больница далеко-далеко? Да, конечно. Даже туда, где они живут на ранчо? Да, конечно. Ты веришь, что существуют инопланетяне? Да, конечно. Они существуют. Ну, вот. Так, они там. Ах, я так хочу собственного ребенка. Моя жена не может забеременеть. У вас здесь есть дети, которых я могу усыновить и забрать с собой домой. Ребенок, у тебя есть родители? Я сирота. У меня нет родителей. Вы хотите? Я стану вашей. Боже мой, реальная, настоящая инопланетяне. Я поверить не могу, что мы видели настоящих инопланетян. Вы не знаете, с какой планеты они были? Они из далекой-далекой галактики. С красивой, таинственной планетой. Северная Дакота. Северная Дакота.